И всем привет, ребята, с вами снова я, Афан. Вы находитесь на канале Афанов Music. Сегодня мы с вами послушаем блок Кид Драма. Новый трачок от блок Кида, с которым я только постепенно начинаю знакомиться. И пока что у меня только один трачок добавлен от него, это Стакс. Да, в целом, не совсем мне нравится то, что в последнее время выходит, но достаточно стабильно и качественно он делает, но какой-то интересности особо пока что в творчестве я не наблюдаю. И хочется, чтобы потихонечку что-то новое уже привносилось в его творчестве. Посмотрим в любом случае, что это такое, потому что, ну, если что, никто не голосовал за этот трек, мне интересно чисто самому. 0% в телеграм-канале, 0, просто бублик, блядь, 0. Но таким как бы образом, если так будет продолжаться, мы перестанем слушать блок Кида, раз вам это не надо, соответственно, мне как бы и тоже не нужно будет. Да, если вы хотите, чтобы все-таки блок Кид реакции были, то ссылочка на телеграм в описании, голосуйте там за него, чтобы мы продолжали его слушать, да? Как-то так. Спасибо большое всем, кто голосовал за остальные треки, но за блоки-то никто не голосовал. Да, у нас каждую пятницу опросы. Не забывайте, кстати, еще про Twitch. Мы на Twitch с ребятами обычно слушаем треки, да, вместе и делаем тут видос. Вот так вот. Let's go. Слушаем, что нам предлагает блок-кит в этот раз. Пока дописываю альбом, накопилось много крутого материала в другом звуке. Драма — один из таких треков, который хотелось поделиться с аудиторией. Всех вижу, ценю альбом That's My Sound весной. Альбом, да, будет весной? Ну вот, альбом покажет, стоит ли дальше слушать его. Альбом покажет, ждем альбом, получается. Let's go! А сейчас мы слушаем драма. Let's go! Со мной есть пару косяков и со мной нету зана. Я видел видео с твоих шоу, бро, там нету зала. Весь кирпич черный, как Обама. Он любит бифить в интернете, в его вкусе драма. Я в пуэре, ща на студии, не могу ходить. Моя музыка с душой, ты понял ее нить. Когда у тебя нет ничего, блять, не надо ныть. Я вижу, что ты фейк и что живешь не свою жизнь. Флаги были возле дома, не на сайте. B-O-C-K-K-I-D. Я покажу им правду и покажу майти. Ты можешь показать им, как правильно байтить. У микрофона я решаю, буду президент. Продвигал пэк и катался с этим громким пэком. И я и банил всю school, I don't give a damn. Со мной есть пару косяков и со мной нету зана. Я видел видео с твоих шоу, бро, там нету зала. Весь кирпич черный, как Обама. Он любит бифить в интернете, в его вкусе драма. Я в пуэре, ща на студии, не могу ходить. Моя музыка с душой, ты понял ее нить. Когда у тебя нет ничего, блять, не надо ныть. Я вижу, что ты фейк и что живешь не свою жизнь. Бля, ну довольно ровно прошелся. Довольно ровно прошелся. В целом интересно. В целом интересно. В своем стиле он сделал. Особо ничего нового не дал. Да. Довольно неплохо реализовано, но, честно, странный биток. Странный биток. И сам трек как будто не совсем какой-то вот репитный, потому что довольно просто дефолтно звучит. И ровно. Ровно прошелся, не знаю. Обычный, просто обычный трек блок Кида, ничего такого. Ничего такого, честно. Да. Ждем альбом, там будем смотреть. Пока что я не знаю, что говорить. Довольно ровно, обыкновенная история для блок Кида. В целом ничего нового особо он нам не дал. Но я надеюсь, что в альбоме уже будет что-то новое, и мы увидим развитие творчества. Пока что такого нет, да. На этом все, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан, вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.